Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами Лев. Снова из Пироговского леса. С очередным своим видеороликом, в котором я затрону тему выбора источников информации, самостоятельного формирования информационных каналов. Огромная часть населения планеты думает, что самостоятельно выбирает информационные каналы, переключая каналы телевидения. На самом деле, действительно стоящих передач теле, да, каких-то программ, может быть, шоу, ну, их не так много. Вот, и не такой уж это и выбор, это псевдовыбор, потому что все равно выбирает из того, что представлено. Практически повлиять на то, что будет показывать, ну, рядовому человеку очень сложно. Я лично предпочитаю смотреть обучающие видео, какие-то, может быть, авторские каналы, да, на, собственно, ну, на YouTube, да, так скажем, или других каких-то видео, содержащих видеосайтах. Почему? Потому что, ну, не надо переставать, как бы, обучаться. То есть век живи, век учись, поговорка русская народная есть. То, что перестали учиться, перестали напрягать свой мозг, он теряет свои свойства очень быстро. То есть ухудшается память, ухудшается, так скажем, способность обучаться быстро. Ну, даже вот просто сравните, насколько быстро вы могли выучить стихотворение в школьные годы и вот в том возрасте, в котором вы сейчас, да, допустим, там, ну, лет лично мне вот 34, то есть мне уже гораздо сложнее выучить стихотворение, нежели вот я в школьные годы 1-2-3 раза читал, и, в общем-то, все, я его запомнил. Сейчас мне нужно, ну, приложить определенные усилия. Почему? Потому что я наизусть фактически ничего не учу десятилетиями после школы. Все, зачем мне это? Жизнь это особо не пригождается, да? Ну вот только в том смысле, что память, свойства памяти как бы сохранялись. Поэтому преимущество таких сайтов, как YouTube, в том, что вы сами формируете список каналов, на которые вы подписаны. Ну, кстати, пользуясь случаем, приглашаю вас на свой канал, подписывайтесь. Вот. Всегда очень радостно видеть растущее число подписчиков на моем канале. Присоединяйтесь к дискуссиям, ставьте лайки, комментируйте. Все это очень-очень благотворно сказывается на развитии самого канала. Ну, кто знает вообще по раскрутке, поймет. И когда вы подписываетесь на те или иные каналы, вы сами решаете, какую информацию вам получать. То есть вы изначально обдумываете это решение. Ну, то есть, вот есть ряд роликов, например, да, у какого-то автора. Ну, вам его позиция может быть близка или просто интересна. Ну, подписались, да, и следите за теми видео, которые он выкладывает. То есть какую-то информацию черпайте. Как только вам это, может быть, ну, разонравилось там, ну, можете отписаться, как бы, без проблем. Сами формируете вот этот вот пакет каналов. И при этом бесплатно. А основная часть вот самых интересных каналов, которые телевизионные, они, вообще говоря, платные. Поэтому, ну, смысл. Есть бесплатные. Да, любые совершенно темы. То есть очень много интересных авторов. Сам иногда увлеченно просто просматриваю видеоканал. Вот очень люблю, например, канал веселого молочника Джастаса Уолкера, скажем так, американца, живущего в глубинке России. Его размышления, вообще образ жизни, какой он ведет, очень нравится. Смотрю канал Алексея Кунгурова по альтернативной истории. Тоже эта тема меня достаточно сильно увлекает. Ну и ряд других каналов. Ну, собственно, на этом видео буду завершать. Тем более у меня тут практически непреодолимая преграда образовалась. Надо сюда мне пролезть на лыжах. Вот, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго.